Сотрудники госавтоинспекции совместно с судебными приставами еженедельно проводят профилактические рейды по выявлению злостных должников. Для того, чтобы поймать нарушителей, за несколько километров до поста ГИБДД установлена специальная камера. Она считывает номера автомобилей. Если программа найдет неплательщика, данные передаются инспектору ДПС, после чего водителя останавливают и просят оплатить задолженность на месте, через терминал, либо выписывают протокол. С начала года их было составлено уже 1475. Такие рейды нам важны для того, чтобы люди понимали, во-первых, о том, что штраф свои нужно оплачивать. Вот. С января месяца мы уже взыскали свыше 500 тысяч рублей. В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы. Одна из задач – повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. Если у водителя большой долг по штрафам, налогам или кредиту, то его транспортное средство эвакуируют на штрафстоянку. До того момента, пока задолженность не будет погашена в полном размере, водитель не сможет забрать свой автомобиль. Также выписывается повестка, по которой нарушитель будет обязан прийти к судебным приставам, чтобы оплатить задолженность. Это можно сделать как подразделение, так и через официальный сайт, или же воспользоваться мобильным приложением. Административный штраф по закону должен быть погашен в течение 70 дней. В случае непогашения в добровольном порядке административный материал передается уже судебным приставам, возбуждается исполнительное производство. Если злостный нарушитель после повестки не хочет оплачивать свои долги в полном объеме, выносится исполнительский сбор за несвоевременную оплату. В этом случае судебный пристав имеет право на принудительное погашение задолженности.